Так, сегодня знаменательный день. Сегодня вот мы собираемся с ним на улицу. Вон у нас пузырь. Пойдем первый раз погуляем. Первый такой выгул. Да, пойдем в парк, пойдем, тварька говорит. Сейчас будем собираться и посмотрим, как у нас будет товарищ. Как он у нас оценит вообще гуляние по улице. Вот он развалился, никуда не собирается. Теперь будет такое слово у тебя, Дэнь, в жизни. Гулять. Запоминай. Так, вот он. Первый раз на травке. Даже непонятно. Залег. Теперь будет осваиваться. Да, Дэнь? Скажи, елки, чего вы делаете-то со мной? Куда меня вообще принесли? Это что ж такая? Я думал, что цветы растут только на подоконнике. Вот так он пошел. Смотри, что-то запахи. Пахнет чем-то. Интересно. Дэнь. Теперь не до меня. Теперь будет вот нюхать траву. Дэнька. Пока никак все-таки не приподнимается, практически ползком. Травка вон, клевер, и морчик на козочку похоже. Ой, ладно, гуляем. Так, вот он как гуляет тоже. Меня все собаки любят. Вот у бабушки меня Мира сразу с первого увидения прыгает на меня на спину. Вот он. Теперь будет звезда во дворе. Вот он. Дэнь. Носится вроде. Пойдем со мной. Вот он. Разгулялся. Блин, разгулялся у нас. Так. Короче, все ему нравится. Все он. Нормально он гуляет, со всеми общается. Да. Красота. На улице классно, да? На улице вообще на самом деле очень классно. Вот. Ну, пока он все предпочитает в траве что-нибудь там. Поискать что-нибудь. Съесть. Какую-нибудь гадость найти. Всякие фигни там валяются. Мусора. Так что вот так. Так что все, начинаем гулять. Ура. Так, ну вот смотрите, первый опыт. Играет. Прогулка с пекинесом удачная. Все нам понравилось. И травка, и гулять. Особенно понравилось, что много людей на улице. Все подходят, все его гладят. Он тут же прям в активный режим. Заваливается на бок, чтобы его чесали. И травка, скажи, вкусная. И запахов много, и звуков много. Так что все, открыли. Теперь мы новую эпоху гуляния на улице.